Время пострелять между нами пари. Попадаешься. Вопросов по машине просто до хрена. Хотя бы даже вот это вот. Я вообще когда увидел, я охренел. Шалтай-бал. Все, просто и ты давай, ты можешь сказать. Я продал 24 машины так-то. Нас тут 5 человек, да. И даже вот Игорь, надо было желтого поставить, Игорь. Короче, Игорь, вот он продал тачки, да. 24. Ты их отметил в списке? Я их отметил в списке, все хорошо. Ребята скинули деньги на карту. Сколько заличкали? 102 тысячи рублей. Первое, что нужно с ним сделать, это привести его в нормальное техническое состояние. Блять! Нормальное техническое состояние. Подожди. Не-не, у нас фикс прайс. Да, ну что, нормально, кстати, дань мы их продадим, блядь, за сотку. Давай, давай. Ну ты махнул. Красивый. Это тоже какая-то хренотень. Типа набора инструментов, что ли? Охренеть! Посмотри, какой сохран. Посмотри. Ремонт для колесных. А, не, это подкраска. Она заводская. Один факт того, что это все здесь лежит, и оно в диком сохране. Это родная краска Mercedes. Охренеть. Этому набору получается сколько? 27, что ли, лет? Посмотри, Mercedes-Benz. Это все старше меня. Родной скотч мерседесовский. Скотч, твою мать. Скотч. Скотч, скотч, скотч. Отбеливает Анну. Гонки. Гонки на эвакуаторе. Я за Nexia. Она хотя бы с мотором. Nexia обогнала его, ты видел? У пятнашки был фальстарт. Кувалдин, хорошо, все. Вадим. 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 Я думал. Внимание, сейчас будет аукцион с 0 рублей. Есть возможность купить машину там за 1000, за 2000. Сюда подходите. Правильно, ты шаришь в аукционах. Шаг будет 1000 рублей. Так, давайте, кто готов предложить 1000 рублей? 1000. 2000. 3000. 4000. 4000. 6. 6 Дима предлагает. 7000 рублей. 7000. 8 и Биг Мак. 8. 9. 9. 10. 10. 10. 11. 12. 13. 14. 14. Тебе, я вижу, нужна эта тачка, да? 15 тысяч рублей. 16. 17. 20-ку я забираю. Вот это настрой. Ты слышал, что с ней? Если что? Да. Запрет. А, не запускается и запрет. Все? Все? 20 тысяч рублей. Раз. 20 тысяч рублей, 2, 20 тысяч рублей, 3, продано! Ты что так отлетел? Да может все так продадим? Куда делся новый владелец Audi 80? По-моему, он увалил. А он где? А где он реально? Ну и хрен с ним! Ты ведь первый, кто за рулем, чё я? Чёрт, блядь! Чё так тесно, какие-то карлики за рулем ездили, по-моему. Блядь, что? Сука, руль зафиксируй, блин. Зачем он у тебя не фиксируется? Не трогай мою машину, блин! Заведи и едь, оставь так, я сам все сделаю потом. Вадим, почему все отваливается в первую же секунду? Чё ты оторвал? Кнопочку регулировки руля. Я не удивлюсь.